Друзья, всем привет! Вы снова на канале Таежный Бродяга, и я с вами его автор Руслан. В очередной раз мы отправляемся на озера на проверку морд. Я в прошлом видео говорил, что, наверное, уже предпоследний раз иду, еще раз хожу и все. Но у нас выдалось 3 дня плюсовая погода, снег немного улегся, в общем, высоты снега стало поменьше, и непосредственно трассы снегоходные, они стали более жесткие, держать стали человека нормально. Так что, может быть, еще походим. Но хотя сегодня ночью уже было за 20 минус, и несло снег, нанесло очень хорошо опять. Ну а сейчас за бортом минус 17, а мы идем на озера. И чтобы не тратить аккумулятор, я уже включусь прямо на озере. Все, погнали! Так, друзья, вот мы уже и на озере. В общем, снимать, наверное, как я буду работать пишней да лопатой, думаю, не стоит, потому что мороз крепчает капитально, аккумулятор вообще перестал держать. В общем, выключается моментально камера. Чуть-чуть поработает и сразу выключится. Опять на пауэрбанк ее надо ставить. Так что буду просто снимать уже при доставании морды. Какой улов. В общем, смотрим. Парни, походу замор был вчера. Пропустили мы его. Видите, что сейчас лед скрыл, и подо льдом вон сколько щучек. Скорее всего был замор вчерашним днем или ночью, потому что позавчера мы еще ходили на проверку, а вот вчера не ходили, и, наверное, за вчерашний день. Но вот в том участке, где остальные морды стоят, там участок там поглубже, так что, возможно, сегодня будет и там всплывать, а может быть, и все за один, как бы за один день, и озеро умерло. Вот такие вот дела. Ладно, я вычерпываю лед, ну и проверяем морду вместе с вами. Походу, морда битком. Вот, как можно видеть, она битком забита. И вот здесь еще видно, что на дне лежат тушки. А морда забита битком. Сейчас ее достанем. Посмотрим, сколько будет. В общем, достаем первую морду. Парни, это жесть. А я и таких пакетов-то не взял с собой. И хорошие щучки. Да. Это просто жесть. Я не знаю, куда мне грузить. Я такое количество, в общем, не взято было даже это. Щучки хорошие есть. Вон еще некоторые живые. Добротные щучки. Ну вот. Ну все, озеро, скорее, вчера днем, в общем, оно затянулось. Не знаю, что делать. В общем, пакетов у меня таких нету с собой. И сегодня маленькие пакетики взял. А тут, наверное, уже килограмм 8-10, наверное.
Так что не знаю, что-то пока думаю. Ну и сейчас пойду на следующие морды. Посмотрим, что там. Друзья, скорее всего, еще что произошло? Потепление было, добавился вес и лед осадило. Вот сейчас видите, как вода выступила. Скорее всего, еще и это сподвигло на замор. Потому что когда лед еще не оседает, как бы хватает, получается прослойка воздуха. Ну вот. А сейчас лед осел. Иду проваливаюсь пешнёй перед собой, пробую. Потому что не знаю, может где-то так ключ бьет и провалишься. Неохота, конечно, измочиться. Но вот это лед, скорее всего, осадило. Вот из-за этого и ускорился процесс замора. То бишь воздушные подушки все выгнало. Вот тут вообще все сыро. Не знаю, как проходить буду. Этот участок такой опасный. Вон, видите, вот там как промоина. Ну, вот. Может быть, где-то ключ. Ну, здесь, конечно, я ключей вроде не наблюдал. Но, о, видите, топчусь и сразу проваливаюсь. Хотя, напомню, у нас почти сейчас, вот, иду вот как хлюпаю. Видите? Напомню, у нас сегодня погода почти минус 20, и ничего не замерзает. Руки, конечно, мерзнут бешено. Ладно, у нас уже чуть-чуть осталось дойти, включить уже у морды. Берегу. Друзья, мы у второй морды. Сейчас ее вскрываю, в общем, и смотрим, что попадется во второй. В общем, включаться буду, когда уже буду доставать. Что-то у меня аккумулятор там, точнее, пауэрбанк уже полностью почти сел. Надо поберечь, ну, вот, элементы питания. Так что буду выдалбливать, убирать лед. И когда уже включаться, когда буду доставать морду. Вот, парни, о чем я вам говорил. Смотрите. Часть стоит живая. Не видно, не знаю. Часть мертвая уже. Вот живые стоят, дышат. Это я только вскрылся. И тут уже вон сколько. Тут вон тут стоят, дышат. Парни, я попал на замор. Это замор. Так что сейчас будем вычерпывать. Блин, и лед-то не вычерпать нормально. Их вместе хватаешь со льдом. Вот это, парни, замор. Жалко, конечно, какая тут нету крупной.
Блин, лед бы вычерпать, так нормально бы было. Чертов лед, блин. Некоторые еще бегают довольно шустро. Ой, выкинул туда. О, блин, некоторые просклажают сквозь это сачок-то не для того предназначен. Вот они куда пихаются. Прослойка появилась. Это появилась прослойка между льдом основным и с верхней корки. То бишь водяная прослойка, вот они туда и пытаются залезть. Вот смотрю, они туда и давятся. Ладно. Но основную часть я уже достал. Сейчас посмотрим, что в морде. Так, сейчас будем доставать морду. Сразу всплывает. Я еще не успел отойти. Опа, опа, опачки. Чуть не вышли. Ну вот есть ведь крупненькие. Где-то же они есть. Если покрупнее, но... Тут они не спешат сюда. Есть и вот такие, но что-то мало. Итак, друзья, третья морда. Но здесь интересно почему-то. Лед разбил, и подо льдом щучки вообще не было. Там было, и там было, я вам показывал. А здесь вообще не было. Одна, что ли, черпанулась, попалась. А подо льдом нет, пусто. Сейчас проверим, что в морде.
Да, и в морде здесь не особо. Все они, значит, где-то держатся под тем берегом. Все держатся под тем берегом. Ладно. Мы тогда идем смотреть там. Не знаю, что делать. До той бегать. Блин, и фонарика сегодня тоже не взял. Так бы можно было побыть, постоять, почерпать. Ну вот. Но все равно пока почерпаю. Вот тут наплыли. Ну тоже что-то не особо. Не особо много. Так, друзья, всплывать-то всплывает, но не сильно, ошибка много. Он опять поднимается. О, что там? Вот. Иди пурга оттуда. Но всплывает еще не шибко крупная. Где крупная-то, блин? Вон, еще одна всплыла. Ушла. Неудобно. В общем, забилось. Итак, друзья, рюкзак у нас забился полностью, рюкзак 40-литровый. Я даже не знаю, куда тут остальное докладывать. Друзья, в общем, рюкзак забил я полностью.
Для интереса даже можно будет дома. Ух ты, блин! Для интереса дома взвесить, сколько килограмм. Так что угадывайте, ставьте, сколько килограмм, а в следующем видео я озвучу. Друзья, вот у нас и были первые подвижки замора. В общем, как вы видели, рыба всплывала в этом, в первой морде, во второй морде. Третьей почему-то не было. Но там участок мелководья возле берега, так что, скорее всего, из-за этого. Ну вот. Лед осадило, но появились промоины. Я три раза чуть ли не провалился. Ступил, и нога уходила. Палкой пощупал, а там промоина, в общем, дыра вглубь уходит. Не знаю, шустрит еще щучка в том месте здесь, так больше в морду не попадалась, которую первую доставал. Но она еще шустрая, то бишь начинаешь ее подчерпывать, она жух, улетает. Так что еще такая более-менее живая. Не знаю, завтра в принципе баня, но хотелось бы, конечно, прийти на заморе половить. Но как получится. В общем, вы все видели. Ну а я с вами буду прощаться. До новых встреч на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди еще много интересного. Пока-пока.